Давай позырим, давай запись включим. Всем привет. Продолжаем играть CS 1.6, вспоминать молодость. Решил зайти, короче, на какой-то кейзет-сервер, что ли. Типа прохождение карты. Hello, guys. Здорово всем. Ну да, смотри, кейзет-сервер, офигеть. Это реально кейзет, охренеть. Я не знал, что такие серверы вообще существуют. Я даже не знал. Я попадался на сервера такие, конечно. Чекпоинт, типа, это я вот чекпоинт нажал, да? Go check, это типа назад. Офигеть. А то тут разговаривает. Офигеть. Это же как реально в CSGO было. То есть такие серверы реально в мое время существовали. На Твиче же прям с нуля фолловеров можно стримить. Да. Прям с нуля. Но вот только площадка не прям под этот. Стримеров нулевых. Ну, лучше попробовать, короче. Там особого продвижения нету, если ты новичок прям. Блин, офигеть. Мне нравится. Сука. Я в 1.6 ради этого только могу заходить играть, наверное. Чтобы получить удовольствие. Я очень сильно обожал играть из эти сервы. CSGO. Выключи хуйню свое уебище. Заткнись нахуй. Долбоеб. Ебаный рот ебал. Так, кейзет меню. Чекпоинт. Ой, ёб твою мать. Понял, спасибо. Ну, лучше на YouTube стримить, да. Да, на YouTube хотя бы какое-то продвижение есть. Хоть какое-то. На Твиче абсолютно нулевая хуета. Так. А как, типа, нож взять? Во, нож я хочу. Я хочу с ножом прыгать. Я хочу прыгать с ножом. На Ютубе ты можешь попасть в этот. В рекомендации. Я так попадал уже. Мне типы писали то, что вот, о, ты в рекомендациях, типа того. Не подписчики, а именно рандомные зрители. Бля, тип с бнехопом что-то хуярит, пиздюк. Ты охуел, что ли? А, это какой-то тип лютый, да, походу? Это какой-то лютый тип. Бля, может вот эти всякие спидранеры, типа, играют, прикиньте. Какие спидранеры хуярят. Которые в рекордах мировых. Так, это куда? Оп! Все, теперь я понял. То есть я, получается, буду тренироваться на KZ-картах теперь в CS 1.6. А потом заходить в CS 2. Разминаться в 1.6 буду. Купить себе планшет более-менее играбельный. Начать стримить папку мобильный. Да чё по кайфу, то и делай, бля, и все. Чё по кайфу? Чё нравится, тем жизни занимайся. PUBG, в принципе, аудитория есть. Особенно PUBG Mobile, да? Да там, наверное, отличий-то нету. Компом. Я просто не разбираюсь в этой теме. Блин, вот это только стопит. Жесть. Остановка раздражает. При прыжке тебя стопает. Аудитория там вроде как есть в этом пабке. Которые смотрят. Вообще советы для стримов? Да нет, просто пробуй, набивай шишки. И все. Получай опыт. Все просто. Просто стрим, играй. Метод проб и ошибок, как говорится. Оп! Так, сюда что ли? Бля, как же он медленно бегает, пиздец. После прыжка. Это, типа, уже карту прошли. Есть отличие между ПК и мобильным.
Я думал, там один сервер, типа. Одни сервера. О! Румыния. А, это какие-то румынские джамперы. Фиаси. Мужик, я прошел карту. Я прошел карту кизетовскую. Go RTV. There are three players passing map, time remaining. Тут два игрока прошли карту. Время... Подожди, а как он так хуярит? Он же читер ебаный. А, это этот типа, да? Settings... подожди. Как перейти в этот смотрителя? This... Stats mods. Jump off. Or jump. В смысле? Теперь я буду этот. А, ну вот, тут же можно вот так, оказывается, да? Бонни-копить, типа. Пит это что? А, это показатель. А как смотреть-то за этим типом? Какие-то голые сыски. То есть тут реально есть типы, которые ебашат в это, что ли? А как наблюдателя зайти? Я хочу этот. Наблюдатели. Я хочу посмотреть за типом. О! Голосование начинается. Поехали. Так, и какие карты я? Пакман. Давай Пакмана. Пока PUBG комьюнити совсем другое. Самое главное, что я понял в стримах, не быть самим собой. Всякую хуйню нести. Да нет, ты чё? Как это не быть самим собой? По-разному, на самом деле. Как тебе, наверное, нравится, как ты хочешь вести себя. Как ты хочешь стримы вести, как нравится. По-разному. То есть это полностью твой выбор. Полностью твой выбор, как себя вести на стриме. Как тебе нравится. Бля, подожди, я хочу карту пройти по-другому теперь. На бонни-хопе. Старт. Поехали. А, то есть тут надо именно ебашить всегда, да? На бонни-хопе. Или тут надо карту задрачивать прям жестко. Есть вариант папку постримить. Так. Бля, как карта тут будет меняться, не? Мы же карту хотели поменять. Карта не меняется. Папка постримить кому, тебе или мне? Так, это куда? Вот так вот. Тебе. Может быть, когда-нибудь. Когда-нибудь сделаю подрубку PUBG. Может быть. Valorant, Fortnite и так далее. Может быть, когда-нибудь этот день настанет. И в один прекрасный день такой, оп, а у меня на стриме подрубка PUBG. Real Go PUBG когда-нибудь. Когда-нибудь можно, наверное, будет. Хз. Но опять же, компьютерного PUBG, который в Steam. В Steam же он находится, да? PUBG. У меня, кстати, даже в играх вроде в Steam есть. Он же бесплатный. Может, когда-нибудь PUBG будет на стриме. Бля, я не понял, карта когда поменяется-то? Алёна. Лёбля. А я с ПК и буду играть. Мобилка, это ж нереально. Как это на мобилке? Блустак какой-то скачивает. Зачем типа на мобиле, когда есть комп?
Блин, не, нихуя тут, Бонни Хоп не особо работает. Это все-таки, блядь, не этот. Это все-таки тени CSGO. Я хала, когда-нибудь я закину косарь, и ты постримишь в PUBG. Но если ты прям очень-очень сильно хочешь, я не отказываюсь от денег, как говорится. Если ты прям очень-очень сильно хочешь. А так, чтобы у меня желание появилось, я, честно сказать, я не знаю, когда это будет. Прям вообще хз. Ну ебать, там тип хуярит. На карту готов закинуть. Без базару. На карту это даже будет лучше, чем донатом. Чтобы двойной комиссии не было. Ну тогда напиши, как готов будешь, без проблем. Я тогда подготовлюсь. Блин, у меня тип теряет скорость при прыжке. Шуёбично. СС Дерек. А типа этот тип заходит нахуя здесь? Просто музыку чуть послушать. Реально музыку. Блять, долбоёб, сука. Сидит музыку слушает, ебанутый. Напиши, как готов будешь, без проблем. По поводу этого PUBG. Кизит-сервера, наверное, они реально были популярны в каких-нибудь европейских странах. В России, наверное, они не особо были популярны. Хотя 9. Пинг 13. Это ж прям как будто Москва, нет? Или пинг как будто меньше намного в CS 1.6 был. Если у тебя далеко сервер от тебя находится. В ЛС пишемся в июне. Ну все, базару нет тогда. Базару Джексон. Да не, вряд ли это румынский сервер какой-то. Блять, хуй знает. А есть еще какие-нибудь из этих сервы? Дерек, ты тут? Блять, ебучий урод. Вырезать придется музло на Ютабе. Напомню, главное, числа 10, а то я могу забыть. Ха! У меня такая же тема, брат. Тоже могу забыть. Блять, а здесь типа сразу спавнишься в этом, да? Если не забуду, напомню. Когда? Числа 10. А как... А, число 10. До 10. Напомню, главное, числа до 10. До 10 числа. Я могу поставить этот хуйню. В календаре. Числа 10. До 10. Ну давай вот 1 числа, допустим. 1 июня. Напиши мне сейчас в ВК, чтобы я твой контакт не потерял. Июнь до 10 числа. Напомнить Дитриксу. Весь день нахуй. Начало 1 числа. Ежедневно нахуй. Окончание повтора. Никогда нахуй. Все правильно. Все, я себе этот поставил. Я точку отправлю. Все, базар.
чё мы карту менять будем, алё, уёбки? Блядь, давай, РТВ пишите. Феодорова. Или как мне за типом следить? Я хочу за типом следить. Сервер меню. Что такое хард? Use this command in console. Как? Где оно? Average Classic. Ну давай. Тихо ты, ебаный. Давай попробуем. Это типа присоединиться к другому серву. Отправил. Все, базар нет, чекну. Кто? Insilio? Ла? А откуда, как это понять? Почему Insilio здесь? Откуда это? Откуда команда из CSGO на сервере то ли румынском, то ли чего? Как? Так, ну давай посмотрим теперь тут. Так, подожди, я нож беру сразу. Чё там, блядь, ещё? How much you say? Так, это чё? Так, какой-то сын бляди пытается меня наебать, да? Я так понимаю, что да. До свидания, нахуй. Отклонит. Так, побежали. Так, а как? А, вот сюда что? А, это типа застрейфить надо жестко прям. Или как это работает? Или какое-то наебалово. Волос договоримся о цене, любую сумму закину, не больше. Не больше косаря. Это как так? Не больше косаря. Ну, на косарь и договорились, по идее, уже. Это мне надо запрыгнуть, типа? А, или, блядь, это как-то прям жестко застрейфить, что ли, надо? Вы чё, ёбнулись, что ли? Это ж нахуй нереально. В 1.6, тем более. На косарь-то уже, по идее, договорились. И типа это надо прям, блять, вообще ёбнуть. Не, это слишком хард уровень. Gold next что-то. Блять, не то. Сервер меню. Давай классик. Классик, давай. Так, все. Погнали, классик запись. Главное, пишешь номер карты, я закину. Оп. Ну там. Это что такое, в смысле? Чего, блядь? А хуй меня с ботами закинуло играть? Бля, этим ботом сейчас покажу, нахуй, как надо шпилить. Запись экрана все включили? Сейчас против проигроков выхожу. Оп, нахуй, Эдвард улетел, ебать. Эдвард из Нави легенду, знаете? Поп Маркелова ёбнул. Не обращайте на ники, я забаганный. Это команда Нави разъёбывающая жестко. Пацаны, где они есть-то? А вот не тот план, братанчик, не тот план. Какого хуя меня выкинул с сервера? Почему меня закинуло на другой вообще сервер?
Так, сервер меню. Харпет, который был первый, на который я заходил. 15-й, 16-й. Давай на харп попробуем. Какой из них я играл? Не помню. Мне что-то с ботами закинуло. Странная хуйня. О! Другой серф какой-то. Поехали. Насчет косаря забей, я выпил немного. Значит, договариваемся на две. На два косаря. Значит, договор на два. Блять, алё. Тихо. Так. Дальше куда? Здоровся. Hello. Он тут типа не разговаривает. Это вот эти вот европейцы, что ли? Я сейчас правильно газ держу? XMG. It's professionality player, комрада. У меня один спин. Ну нет, тут типы вообще откуда, хуй знает откуда вообще. Банкротить решил со степы. Но никто за язык тебя не тянул. Это как бруиститус. Который говорит, завтра закину и не закидывает. Бля, как? Типов-то смотреть, я хуй понять могу вообще. Непонятные сервера эти. Ну тут реально какие-то англичане ебашат. Судя по всему. А чё если я умру? На косарь готов, чтобы ты со степы запустил стрим по ПК-папку. Ну все, так и договорились. Спасибо за фоллоу на Twitch. Ралли, здорово. VIP-инфо. О, вот чувак. Че он делает? Ты че исполняешь ли? Это этот столько блоков проверил, что? Погнали на сервак со мной. Я уже на серваке. Ну-ка давай, показывай. Нихуя, как он так лезет? Come on, come on. Нихуя себе. Ну-ка, да, это ж попробую. Ёбаный ты сыр. Терияки нахуй. Блять. Все. Нихуя не все. И типа тебя должно вот так, да? Ага, надо прям рассчитать, нихуя себе. Блять, ну ты. Ты дал мне жизнь, брат. Я теперь знаю, чем мне заниматься. Я теперь буду в CS 1.6 из этой проходить, слышишь? То есть это прям надо этот? Ну-ка, давай, показывай. Где? Ага, то есть надо еще мышку отводить. Хуякс. Нихуя ты, слышишь, делишь-то? То есть надо прям... Блять, а? Сукинский сын. А, тут же можно shift еще нажать, да? Для разгончика. Не, ну так ты падаешь прям. Можешь вот так как-то. В бок. На паблик. На паблике я уже играл сегодня. Хочу другие режимы затестить. В 1.6. Ой, ебать. Ну-ка нахуй. Блять, почти, прикинь. Прикинь, что делаю, бля. Прикинь, что исполняю, а? Сука, почти же.
Да подожди ты нахуй. Подожди. Надо успеть, главное. Ах ты, сука. Guys, you have микрофона. Это типа европейцы без микро или тут микрофон не работает в целом? Нет, у того же работал микрофон. Хули нет-то. Хули нет-то, когда да. Блять, а? Как он залез-то? Надо прям этот жестко прям, ну, застрычить. Прям люто прям. Чё-то как-то интересно, из 16к на ютубе смотрит один. А когда ты на канал подписываешься, там же обязательства нету, чтобы ты заходил на все стримы, на все эти, все видео смотрел, лайкал и так далее. Никакой закон не обязывает же. Если ты подписан на канал, смотрите обязательно. Нашел занятие для себя. Блять, мне, честно клянусь, это интереснее, чем на паблике играть. Точнее, я бы даже сказал, наравне, что ли. Скажем так. Блин, как-то я... Guys, you hear me? Тут микрофон, походу, реально не работает. Блин. Не. Блять, а это азарт уже. Это реально азарт. Ёбаный. Ебучий азарт. Может, типа... А может, надо типа АПК? Блять, а? Блять, допрыгнул же. Ну, допрыгнул же, а как? Ну, блять. А как остаться-то, ёбаный? Как остаться на этой хуйне? Вот я допрыгиваю уже. Я уже, блять, преисполнился, нахуй. Может, как-то на край, типа? Вот, я же уже все нахуй. Я уже вот. Я уже все, я в Америку лечу. На чемпионат мира по кизету. Сука! Зная тебя, для тебя это слишком или чтобы запрыгнуть? Не понял. Вот этого не понял сейчас. Ну именно что ты имел в виду. Я не рассказывал, я CSGO топ-1 был. Нахуй. По кизету. Чтоб ты понимал. Я был, блядь, профи. В этой хуйне. Попробуй контроль зажать. А, нихуя себе совет. А то я не жал. Да, вот надо подсвечивать, понимаешь, еще. Тут еще подсветка решать. Блядь, тут может... Вот крутить надо именно эту хуйню. Блять, ладно. Не, это, конечно, все интересно. О, админ летает на паутинке. Топ сомневался. Тут админ на паутинке летает. Вот как они карты, оказывается, проходят. Для тебя это слишком легко, чтобы запрыгнуть. Ну да, я на самом деле наебал вас. Угораю просто над вами. На самом деле, посмотрите на этот ебанутый банихоп мой. Ебанутейший. Слишком легкий сервер. Это меня опять сейчас ботами перекинет играть. Да вроде нет. А, ХНС, я знаю, что такое ХНС. Да-да-да. Да, в 1.6 тоже ХНС сервера есть, точно. Не только в CSGO. Да-да-да, я помню. Тут такой ебать исполнять можно.
Вы охуеете, ребят. То есть у них сервера есть еще хнецовские. Так, а есть дедран сервера? Так, окей, я посмотрел на эти кизеты. Окей, я кизеты никогда не играл. Есть дезран, давай дезран позырим. Мне сейчас интересно даже посмотреть. Давайте тогда закончим видео. Тем, кто смотрел видео, спасибо большое за просмотр. Всем пока.